Городской дворец культуры совсем скоро преобразится. Сейчас там ремонтируют фасад, также реконструируют и главную сцену дворца. К слову, ее не ремонтировали со дня строительства ГДК, а это уже 70 лет. К работам приступят со дня на день, когда привезут все необходимые материалы. Деньги на ремонт выделили из местного бюджета. Мы будем снимать старые полы, потому что им уже где-то лет 70. И будем менять покрытие деревянное полностью, все. И также мы планируем параллельно сделать и ремонт сценического оборудования. Это именно полиспасты, блоки, подъемные механизмы. Полностью все работы завершат к началу сентября. В планах отремонтировать и колонны у входа, но уже в следующем году. Они также, как и сейчас, будут выполнены из мрамора.